Чолпан-Ате на учебно-тренировочной базе водолазной службы при МЧС состоялось официальное открытие очередного международного тренинга по водолазной подготовке под эгидой Международной организации гражданской обороны. Для участия в тренинге прибыли 24 представителя из 14 стран-участниц – Российской Федерации, Казахстана, Грузии, Армении, Сербии, Туниса, Египта, Ливана, Грузии, ОАЭ, Палестины, Иордании, Бахрейна, Марокко и Саудовской Аравии. Цель мероприятия – обучение и обмен опытом, установление постоянного контакта в области водолазной подготовки между спасательными подразделениями, говорится в сообщении МЧС. За 12 дней планируется провести занятия по безопасности и охране труда при выполнении водолазных работ, эффективного использования водолазного снаряжения и оборудования, а также практические погружения под воду на глубину до 40 метров. Отметим, что Международная организация гражданской обороны действует с 1972 года. В ее состав входят 60 стран мира и еще 16 в качестве наблюдателей. МЧС Кыргызстана входит в МОГА с 2012 года и активно участвует во всех мероприятиях.